Друзья, добрый день. Ну, а каким же он еще может быть, когда вы у нас на канале, и, естественно, мы все делаем для того, чтобы он был действительно добрым. Потому что у вас много хороших видео, полезных и в том числе актуальных. Ну да ладно, про них попозже. Сегодня у нас, друзья, шикарный обзор. Квартиры 4 плюс 1. И вы знаете, помните, у нас был выпуск, когда я говорил о том, что квартира та, это прям как в Лувре, в музее. Так вот это продолжение той самой части. Заинтриговал? Ну давайте, давайте, проходите. Ну что, вот если есть квартиры, которые стильные, красивые, достаточно дорогие, я имею в виду с точки зрения внутреннего интерьера, то это непосредственно эта самая квартира. Потому что здесь всего столько много, мне кажется, что сегодня действительно будет не только интересно, но еще и очень красиво. При этом, вот знаете, так, слово «красиво» и «мне нравится» сегодня будет много раз фигурировать. Знаете, о том, что это не мои слова-паразиты, это просто реально мои эмоции. Итак, к продаже представлена двухэтажная мебелированная квартира 4 плюс 1 в популярном районе Махмутлар. Квартира расположена на верхних этажах и имеет общую площадь в 240 квадратных метров. В планировку входит кухня американского типа, 4 комнаты, 2 санузла, 1 балкон и огромная терраса. Квартира с дизайнерским ремонтом оснащена стильной мебелью, бытовой техникой и кондиционерами. Сам жилой комплекс – это восьмиэтажное здание, расположенное на благоустроенной территории всего в 400 метрах от моря и в окружении всей необходимой городской инфраструктуры. Район Махмутлар является одним из самых востребованных на сегодняшний день районов Алании. В особенности среди русскоязычного населения, окруженные живописными горами с одной стороны и пленительным Средиземным морем с другой, Махмутлар стал постоянным местом жительства для многих граждан СНГ и Евросоюза. Район знаменит своими историческими достопримечательностями, живописной природой и красивыми пляжами. Стоит также отметить, что в Махмутларе прекрасно развита городская инфраструктура, что делает повседневную жизнь в данном районе максимально комфортным. Высоким спросом пользуется здесь и долгосрочная, и сезонная аренда. Инфраструктура объекта – открытый бассейн, беседки, открытая парковка, электрогенератор, центральная спутниковая антенна, благоустроенная территория комплекса и сад. Если заинтересовал этот объект, связывайтесь с нашими менеджерами, и они более подробно вам все это расскажут. Начнем. Итак, друзья мои, ну что, это большущая, та самая гостиная зона, которая, естественно, совмещена с кухонной зоной. Огромная, красивая диванная зона, естественно, телевизор и все прочее. Все это очень новое, все это очень хорошего качества. Вся техника бытовая абсолютно новая. Мне кажется, реально ей никто не пользовался. Плюс есть газ, друзья мои. Это и с точки зрения экономии. Быстренько все подогревается и разогревается и жарится. Ну и, естественно, все это намного дешевле, нежели чем электричество в любой стране, в какой бы вы ни были. Настолько интерьер здесь крутой, ну вот прям крутой и хороший. И вы знаете, здесь вот прям вот хочу, ну, отдельный респект вот тем людям, которые здесь жили до этого, естественно, все это творили и делали. Огромное спасибо. Не знаю, поймете ли, увидите ли вы это. Но вот видно, что с душой и очень со вкусом. Пойдемте в коридор. Ну, наверное, правильно было бы начать, конечно, с коридора, со входной зоны, да. Вот он, собственно говоря, дверь, подъезд. Там улица, а здесь рай и красота. Ну что, большущий коридор. Есть вместительный шкаф, естественно, для чего-то всего лишнего, что приходит, собственно говоря, и ставится туда. Вот столик, куда можно положить ключи, телефончик, да и просто какую-то красивую домашнюю утварь. Так, еще один момент, наверное, важный, с полом, с теплообменом, так сказать. По всему дому, по всей квартире лежит ламинат. Так, по расположению понятно, что заходишь, и сразу у тебя прямо прекрасная комната, мы о ней попозже вернемся. Санузел, огромная гостиная, естественно, с кухонной зоной, спальня и лестница на второй этаж. Давайте начнем с санузла. Значит, большой, огромный,
ну прям реально, где есть и место для стиральной машины, и огромное, можно сюда даже встроить в прямом смысле хорошую большую джакузи. Естественно, все остальные нужные вещи, которые должны быть в санузле. Так что очень много места, очень красиво и даже здесь стильно. Вот вся прелесть в этой квартире в деталях. Вот слышите, как закрывается? Прям такие четкие, хорошие, красивые, плотные. Даже вот ручки красивые. Двери деревянные, очень качественные. Обои везде наклеены. Это в Турции, ну, в основном все красится. Я имею в виду стены. А здесь прям наклеено вот с любовью, что называется. Ну что, я предлагаю перейти в спальную комнату. Про гостиную я вам рассказал. А это вот спальня. Ну, понятно, что это, скорее всего, не хозяйская спальная комната, потому что она не сильно большая. Но, как говорится, для хороших, любимых гостей все есть. Постель хорошая, большая. Большой шкаф удобный. Ну и, ну, понятно, что кондиционеры во всех комнатах. Телевизора нет. Ну, ничего, так поспят нормально. Ну и на самое вкусненькое, ну, на этом этаже, а у нас их два, напоминаю, есть еще одна комната. Вот я первый раз ее такую вижу, я имею в виду здесь встречаю. Эта комната такая мужская, не побоюсь этого слова. Комната, не знаю, для переговоров. Курильная, наверное, даже комната, сигарная. Знаете, в общем, давайте посмотрим. Значит, вот так вот взял, сел, взял сигару или газету. С тобой сидит твой друг вот здесь где-нибудь или партнер по бизнесу. И начинаете беседу. Это лучшая комната и лучшая атмосфера непосредственно для этого. Класс! Вот супер класс! Ну что, пора распечатать второй этаж, пожалуйста. Предлагаю начать со спальной комнаты. Огромная. Прям правда огромная. Несмотря на то, что здесь большой шкаф, большая кровать и еще очень-очень много места. Ну и естественно, здесь ну, красиво, стильно и все со вкусом. Я нашел минус. Нет выхода на балкон. Есть окна, но знаете, где есть выход на балкон? И он очень огромный. Пойдемте покажу. Ну, во-первых, давайте чуть задержимся здесь, в этой комнате. Я так понимаю, ее можно абсолютно легко адаптировать под детскую комнату, если она актуальна. Две кровати, огромный шкаф, стол и все прочее. Я так понимаю, здесь больше тоже какой-то формат рабочего кабинета. Но вот здесь, друзья мои, вот этот огромный, большущий, и хорошо сделанный балкон, ну как балкон, терраса, ну как терраса, просто отдельная квартира, реально, на свежем воздухе, где есть горы и с той стороны, и с этой стороны, и море вот с этой стороны. Красота. Ну, естественно, ну, чтобы вы понимали, выше вас только спутниковая антенна и все. По локации, что рядышком, вот я прям, что я вижу? Магазин, остановки, еще магазин, детская огромная площадка, естественно, небольшая парковая зона, парковка, бассейн. Все рядышком, все под боком. Ну, в Махмутларе по-другому не бывает. Шкаф, реально.
котором можно жить вот здесь. Ну, прям много места. Ну что, вот такой красивый, да, я предупреждал о том, что я буду сегодня злоупотреблять этим словом, обзор у нас получился вот этой квартиры. Я не знаю, кому из вас она достанется, но уверен в одном, о том, что эта семья или этот человек, который приобретет это жилье, получит 240 квадратных метров красоты и удовольствия. Точно. Цена объекта в описании под видео. И помните, друзья, одно о том, что забота – это наш конек. Лига Real Estate. Увидимся!